Всем здорово! Сегодня мы будем проверять, шпатлевана ли дверь или не шпатлевана, крашено ли крыло или не крашено. Для этого у нас есть специальный тестер. Хуя. Не шпатлевана, заебись. Проверяем дальше. Да я хоть проверю что-нибудь. Не все. Да, тут явно металл говно. Зато, сука, не крашено, блядь, не шпатлевано. Тестер показал неплохой результат. Надо брать. Проверяем дальше качество лакокрасочного покрытия, а также надеемся, что нет шпатлевки. Стоит брать машину или не стоит брать машину? Крыло. Заодно и грязь осыпается, мыть не надо. Низ двери надо проверить. Может быть шпатлеванный. Порог. Боюсь, не порог, а газоблок. Ну тоже неплохой результат. Все, пытаемся проверить низ двери. Гнилая, не гнилая.